Настольная игра «Лабиринт» от компании GECO развивает наблюдательность и скорость. Игра предназначена для детей возрастом от 8 лет, одновременно в нее могут играть от 2 до 4 игроков. В комплект игры входит инструкция на разных языках, четыре тотема, и 32 игровых карточки. На карточках лицевая сторона – это лабиринт. Обратная сторона делится на два типа – цветная рамка и тотемы. Сейчас мы разберемся, в чем их разница. Карточки выкладываются на стол лицевой стороной вниз. Тотемы выставляются таким образом, чтобы между ними могла помещаться карточка лабиринт. Игрок открывает верхнюю карточку и кладет ее между тотемами. Обращаем внимание, что на этой карточке изображена цветная рамка. Затем все игроки одновременно стараются как можно быстрее проследить путь глазами от красной стрелки до стрелки выход. Смотрим. Красная стрелка смотрит на зеленую, затем на эту, потом на вот эту, потом на эту, потом на эту. Как мы помним, на обратной стороне изображена цветная рамка. В этой ситуации игрок должен ухватиться за тотем, цвет которого совпадает с цветом рамки на стороне выхода. В нашем случае это желтый цвет. Игрок, который ухватился за желтый тотем, зарабатывает эту карточку. Затем открывается новая карточка. Обращаем ваше внимание, на этой карточке изображены тотемы. Она кладется также в центр стола между тотемами. Затем все игроки снова следят глазами от красной стрелки до стрелки выход. Смотрим. Красная стрелка смотрит на зеленую, потом на эту, потом на эту, потом на эту. Как мы помним, на обратной стороне изображены тотемы. Это значит, что игрок должен ухватиться за тотем, на который указывает стрелка выход. В нашей ситуации это красный тотем. Игрок, который первый ухватился за красный тотем, зарабатывает себе эту карточку. Если игрок в течение игры делает ошибку, он теряет ранее заработанную карточку. Также в этой игре есть особый случай. Три карты из 32 карт лабиринт не имеют выход. Игрок, который первым это заметил, должен выкрикнуть слово «тотем» и забирает себе эту карту. Игру выигрывает тот, кто первым насобирает 7 карточек.